Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мое видео. Сегодняшняя наша тема – индикатор заряда аккумулятора. Для чего она вообще предназначена и стоит ли ему довериться? Глазок индикатора аккумулятора снаружи выглядит как прозрачное круглое окошко, которое находится на верхней крышке батареи. Сам индикатор аккумулятора представляет собой жидкостный ареометр поплавкового типа. Для чего нужно это окошко? Прежде всего нужно потому, что следит за состоянием аккумулятора. Принцип действия индикатора заряда аккумулятора основан на измерении плотности электролита. Под глазком на крышке находится световодная трубка, наконечник, который погружен в кислоту. В наконечник помещены разноцветные шарики из разных материалов, сплевающие при определенном значении плотности заполняющей батареи кислоты. Благодаря световоду цвет шарика отчетливо виден через окошко сверху, что означает цвет индикатора заряда АКБ. Цвет индикатора заряда АКБ при определенном его состоянии зависит от производителя. Информация о цвете индикатора и его значении содержится в паспорте батареи, либо сверху на его этикетке. И хотя единого стандарта не существует, чаще всего в глазке можно увидеть следующие цвета. Первый – зеленый. Аккумулятор заряжен на 80-100%. Уровень и плотность электролита в норме. Второй – красный. Уровень заряда ниже 60-80%. Плотность электролита упала ниже, но его уровень в норме. Третий – белый или черный. Уровень электролита упал. Нужно долить воду и зарядить аккумулятор. Такой цвет также может указывать на низкий уровень заряда. Приборы поплавкового типа считаются наименее точным. Это касается и встроенных индикаторов аккумулятора. Варианты и причины много, по которым цвет глазка батареи не отображает ее реальное состояние, и поэтому не стоит доверять этому прибору. Скорее всего, глазок на аккумуляторе – это маркетинговый ход, чтобы аккумулятор продавался хорошо. Если глазок не присутствует на аккумуляторе, многие клиенты думают, что аккумулятор – производство колхозной фирмы. Лучше всего, чтобы контролировать состояние вашего аккумулятора, держите в багажнике вот такой дешевый мультиметр. Если ваш аккумулятор стал быстрее разряжаться, тогда наилучший вариант купить новый. Но на всякий случай вот такой прикуриватель тоже не помещает в багажнике. Или вот такой джампер-пускач. С помощью этой удобной штуки даже можно в походе, в природе заряжать телефон, подключить свет и так далее. Хватит только заряд. Ссылки для покупки этих товаров на AliExpress будет ниже под видео в описании. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал, нажать на колокольчик, палец вверх, и спасибо всем за внимание. Пишите в комментах, какие темы вам интересны.